11-летняя Аня Антиева воспитывается в многодетной семье. У нее 7 сестер и братьев. На новогоднее шоу девочка пришла во второй раз. Социальная служба предложила бесплатные билеты в цирк. Очень, да, понравилось. Мы ездим сюда, ну, в прошлый раз мы ездили с братом, а теперь мои сестренки подросли, и мы ездим почти что всей семьей. Уже 7-й год региональное министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области устраивает праздник для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Приглашать ребят на новогоднее представление в цирк стало доброй традицией. В этот раз маленькие зрители смогли не только насладиться шоу, но и сами приняли участие в представлении. Ну, мы, конечно, это все организовано, естественно, предоставляются автобусы. Да, конечно, мы продумываем все, потому что у нас здесь разные категории ребятишек. Здесь и маломобильные, да, вы видели, что у нас детки с ограниченными возможностями. В этом году в зале собралось около 2000 ребят из всех городов и районов региона. В заключение вечера каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок. Мария Ильчан, Василий Колдашов, События.